Что вы представляете, когда произносите слово «мясо»? Говядину или свинину? Реже птицу? Еще реже кролика? Однако скоро тенденция изменится. Аналитики утверждают, что интерес к крольчатине будет ежегодно расти. И эту тенденцию уловили наши фермеры. Съемочная группа проекта «Сделано в России» отправилась в Юрьев-Польский район. Именно здесь, недалеко от деревни Небылое, построили первую во Владимирской области ферму по разведению кроликов. Как живется великанам на Владимирской земле, узнаем в новом выпуске. Смотрите 28 сентября на телеканале «Губерния 33».